Лидер немецкой группы «Рамштайн» Тиль Линдеман пошел на свидание с россиянкой. Артиста заметили в одном из московских кафе в сопровождении неизвестной блондинки. Тиль Линдеман и его спутница сидели близко друг к другу, флиртовали и смеялись. На деловую их встреча не была похожа. Также ранее артисту приписывали роман с певицей Светланой Лободой. В СМИ ходили слухи, что именно от него артистка родила младшую дочку Тильду. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.